Солдатские сапоги, шкатулка или фотоаппарат военкора. У каждой вещи есть своя история. Через нее можно узнать, чем была война для обычного человека. Несколько старых фотографий военных и послевоенных лет. Их в семье ученицы 4 класса 8-й Петрозаводской школы Дарины Наумовой сохранили родители. Папа мой из Беларуси. Когда он приехал сюда учиться, он влюбился в мою маму, они поженились, вот. И он съездил в свой родной дом, в СССР, то есть в Белоруссию. И забрал некие вещи, какие остались. Эти фотографии мне дал папа, и эту историю мне рассказали мама с папой. Узнали мы вместе из источника все. До конца, потому что мы мало знали. На фото, датированном маем 1944 года, 13 бойцов. Один из них с медалью — Николай Яковлевич Наумов, прадедушка Дарины. У меня есть прадедушка, и он поучаствовал в войне 41 года по 45. И вот у нас сохранились фотографии. Я хотела бы рассказать про эти фотографии и про самого дедушку. Родился он в 1911 года, 6 декабря, в деревне Савино. Там он учился и рос. Когда начались годы Отечественной войны, он, конечно же, стал участвовать. Вот. И он проходил эту войну. Вот, и он получил в 1943 году медаль за отвагу. Награду старший сержант Наумов получил за то, что вместе с товарищами 1 октября 1943 года уничтожил более 100 фашистов и успешно провел боевую операцию. Подавили огонь 2 минометных батарей, 3 автомашины, разбив склад с боеприпасами, и отбили 2 контратаки. После войны Николай Наумов вернулся в родную деревню и стал передовиком сельского хозяйства. Свидетельство тому еще одно фото, которое хранится в семье. К сожалению, Дарина не застала прадедушку. К тому времени, как она родилась, он уже ушел из жизни. Но благодаря фотографиям и историям, которые рассказали ей ее родители, она может им гордиться. Я горжусь своим дедушкой, потому что он молодец.